По-перше, мені стало гидко. Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами і я боюся. Я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець. Моя популярність давно вийшла за територію України. І я популярний артист во многих странах бывшего Советского Союза. Это и Грузия, и Армения, и Казахстан. И все эти люди, они говорят на русском языке, они понимают русский язык. Они, к сожалению, не знают украинского языка. Я не могу отказаться от всего, что я делала ранее, от своих песен. Я не могу их перевести на украинский язык. Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно. Смотрите, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали какими-то сельхозпродуктами и освистали за исполнение на русском языке. Да. Вот, разве вот вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то остракизму? Вот почему такая разница к подходам? Чем вот вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине, и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Вот. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация, и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит, у них какой-то стратегический план, потому что, когда это происходит, всегда есть, кто это сделал. Но слава богу, где, ну, там, не у нас это происходит, там, ну, страшные вещи, там, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть, ну, как бы, производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну, мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю. Люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Они, да, ну, они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть и на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар? Да, нет, у них нету, могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, Кобзон сам Бог велел. Он, ну да, и сразу всем приятно, Украины. И, естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот, ну, такие штуки, дивиденды, потому что оно как бы надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.